Так, всем привет. Что у нас тут ништячки пришли для Интера. Это крышки бака с замками закрывающиеся. Сейчас пойдем проверим. Вот крышки баков. И еще вот такая красота. Такие фары сейчас будем устанавливать на интеркан, крышки и менять прокладки под коллектором выхлопным. Где фары? Ладно, приступаем к работе. Пленку, наверное, на месте сниму. Сейчас не буду пленку снимать, на месте сниму. Так, первым делом мы сейчас крышки прикинем. Потому что это самодельная, видно, да, ее, что крышка какая-то не родная. Все, конечно, хорошо. Одной рукой, как всегда, неудобно. Ладно. Опускаем. Все, крышка у нас не потеряется. Мы пробуем закрутить ее. Что, большая, что ли? Что-то не понял. Ну да. Облом с крышками. Причем жесткий такой облом. Так, короче, что-то не понял. Одна подошла, вторая не подошла. Вот это все закручивается. Вот она. Все на месте. Все нормально. Сейчас пойду попробую эту на ту сторону. Я говорю, что лево-право у них разница есть. Это все, она прям дома. Офигеть. Все закрылось. Вот. Все, ее не откроешь. Меня это прям удивляет. Ладно, пойдем на ту сторону. Еще пробуем на этой стороне. Сейчас прям визуально пробочки сравним. Блин, ну похоже. Не знаю, сейчас посмотрим. Не, это большая пробка. Одну пробку не такую нам прислали. Тоже. А не, слушай. Не оно. Вот она болтается. Короче, одна пробка бракована. Одна крышка бракована. Все, доработал крышку. Это значит у нас нормально. А эту доработал. Но доработал как? Сейчас покажу. Вот, вот мятина. Раз молоточком. Вот. Два молоточком. Три молоточком. И вот четыре молоточком. Бац. И теперь она встает. Короче, то, что там просохатели резьбы, мы их чуть-чуть молоточком доработали. И она у нас теперь чик только, и вот она, все, мертво, огонь, все готово, пацаны. Эти у нас запасы тут, ну одна, то есть алюминиевая и та пластмассовая в запасе. Ну, приступил к разборочке потихонечку, сейчас турбу отстреливать, коллектор отстреливать. Это у меня по дороге опять этот болт отломился. Я, короче, помазал скосхеме, он цепи привязал.
Да, не помогает ни хрена это все. Я чисто до дома вот доехать сделал. Так, что сейчас? Антифриз сливаем, блин, здесь же система какая. Вот он, антифриз подходит, турбу. Это антифриз. А здесь подача масляная. Слив масляный. Вот подача масляная, вот слив масляный. Это вот антифриза слив. Сейчас будем. Турбо масло вроде не кидает. Нормально. Такая, ну, рабочая, нормально, все, турбина. Ладненько, все, разбираю. Все, скинул коллектор. Короче, что у нас тут? Коллектор играл. Хреново он. Он здесь вот пробило его. Сейчас надо все зачистить. Здесь. Высверлить. Заломыш. Здесь тоже там заломыш. Вон он. С ним тоже как-то бороться. Сейчас надо будет. Потом что? Потом что? Что потом? Ничего потом. Хоккей с мячом, да? А, коллектор. Говорю, еще вот место набитое, видишь? Вот место набитое. Прокладки. Вот и на прокладке то, что они терлись. Ну, короче, коллектор ни хрена прикрученный толком не был. Вот видишь, следы какие. То, что терлось. Ладно. Что, сейчас задача стоит у меня высверливать все. Все высверливать, пересверливать, нарезать резьбу. Короче, такая задача стоит потом, да. Вот здесь эта херня сломалась, трубочка. Прям ее только тронул, и все, она сразу, она отсюда сюда вот идет. Говорю, ее только тронул, прям она сразу пух, полилась. Такой момент, да? Ладно, что, крутим. Так, с движком, что у нас с движком? С движком у нас что получается? Вот эту всю шляпу, здесь и гер вырезанный, конечно, выкинутый. Ну, шушуть, недоработанный. В каком смысле, короче, вот эту вот, вот эту херню надо его открутить и выкинуть отсюда, вот этот, полностью. И там глушки поставить в блоке. Это раз. Вообще, по идее, бы сюда коллектор такой поставить нормальный. А так получается, ну, глушить надо вот эту вот херню, короче, ее глушить надо. Так, все, сейчас моюсь, переодеваюсь, инструмент я собираю. На сегодня у меня, короче, все получается с двигателем. Еду к токарю завтра. Завтра токаря привожу, он мне все замеряет. Ну, сам, так-то я все замерю, но... Тут недалеко, короче, его лучше привезти. Все, сам человек все посмотрит своим глазом, все поймет, я ему объясню. Ну, то есть глушку сюда, глушку сюда, глушку сюда, глушку сюда. И глушку он туда. Ну, на этот. Не буду я его выкидывать. Блин, вот. На вольваке, когда ИГР отключали. Вот не, короче, не помню, хоть убейте. Вот эту херню глушили, 100% ее глушили. Вот я ее глушить буду. Но вот эти вот трубочки, вот они подходят. Раз, два. Вот. Это, ну, грубо говоря, по-русски и корректор топлива. Вот его, по идее, тоже глушить надо, но я не помню, как он глушится. Вот. Хотя его глушить надо, да, это точно. Я знаю то, что его глушить надо, но не помню как. Так, что значит, приехал я от тиктокера. Вот они все глушки, что нам требуются. Вот эта глушка у нас идет вот сюда. Вот здесь, короче, герметик надо почистить весь этот вот. Все, сейчас убрать. Ну, короче, вот одна глушка сюда идет. Вот она. Все, надо сейчас почистить все.
Потом вот эта глушка у нас вот такой вот схемы сделанная, видите? Она идет у нас вот сюда. Вот видите как? Чик. Вот видите как пойдет? Так, ее теперь достать надо. Блин, засунул. Вот. Так, потом вот эта глушечка у нас тоже все аккуратненько, все цивильненько идет вот сюда. Вот так вот ставится. И получается резьбовые у нас сюда. Вот она. Резьбовая. Чик. И вот сюда вот резьбовая. Тоже хоп. Все чинно, все благородно, как говорится, да? И еще пару глушек. Сейчас покажу. Сейчас, секунду, я их не принес. Сейчас. Так, и вот еще пару глушек. Вот эти глушки, значит, вот у нас одна глушка это вот сюда вот встает. Ну, вот, вот так вот она чпок туда встанет. Одна глушка. А вот эта глушка у нас встанет вот сюда вот. Вот откручиваешь вот этот патрубок и вот так вот ее туда вниз, хоп, назад патрубок закручиваешь, и здесь посередине еще один хомут прикручиваешь. Ну, покажу, как это все делается. Эту трубу не стал выкидывать. Ну, ее, в принципе, можно выкинуть, все. Но вот эти трубки вакуумные не буду глушить. Говорю, не дай бог, если когда-то, не дай бог, с мозгами что-нибудь я полезу в мозги. Ну, вот этот, мозги-то вот они, мозги. А этот, короче, как она, топливная рейка, да, рампа топливная. Вот, если в нее когда-нибудь что-нибудь, не дай бог, полезу, то и отглушу, все сделаю. Короче, выкину эту трубу, все, вот эту одну глушку оставлю и все. Ну, пока все оно тут стоит, пускай стоит нахрен, оно не мешает мне ничего. Абсолютно вообще ничего не мешает. Пускай стоит. Вот. Так, еще по этим глушкам. Как эти глушки правильно ставить, смотрите. Сейчас, значит, я наждачкой все зачищаю, все. Прям вообще все обалденно все зачищаю, вот эти две глушки. Такие самые. Эти-то резьбовые, ладно, понятно, их закрутил и все. Эти тоже они на хомутах, понятно. Вот. Самые такие, вот эти вот две глушки, их, значит, ну поняли, да, блок зачищаешь, чтобы металл голый был, берешь фиксатор резьбы, он же клей, вот юбочку здесь вот, юбочку всю проклеиваешь фиксатором вот здесь вот, по кругу прям полностью, и в блок, и так же самое здесь, в блок забиваешь и все, и забиваешь и забываешь. И тоже, как можно сказать, забиваешь, да? Короче, все, приступаем к сборке. Ну что, вот так вот, я думаю, по цивильнее будет, да? Кулер. И джар-кулер вырезать. То есть вот глушка, вот глушка, вот глушка, вот глушка, вот глушка. И как-то такая красота получается. Ты смотри, какую я красоту под капотом, красоту навел какую. Здесь какую красоту навел. Здесь осталось только все собрать. Так, на Фредди аккумуляторы подзарядил. Попробовать его жучкануть надо. Чё он нам скажет? Днем соляры не было, сейчас заведется. Все, выровнялся. Все прокачалось. Что можно сказать? Красавчик. Просто красавчик. На педальку хорошо реагирует.
Давление нормально. Зарядки нет. Зарядки нету, надо генератор смотреть. Ну все, сейчас чуть поработает. Воздух накачает. Да, буду глушить. Пойду интернет заниматься дальше. Я так чисто для души завел его. Ну и как бы и надо погонять, все равно раз в 2-3 месяца я его завожу периодически. Так, ну все, с фарами закончил. Сейчас продемонстрирую, как оно работает. Попаять, правда, пришлось. Хорошо очень. Сейчас габариты. Одни габариты чисто. Есть. Есть. Да? Сейчас ближний у нас будет. Ближний. Бац. Ближний. Есть. Сейчас дальний. Дальний. Есть. Ну и поворотники сейчас продемонстрирую, как подключил. Аварийку включим. Аварийка. Ну и такое получилось. Так, ну что, вот он у меня сутки простоял. Надо посмотреть антифриз. С глушек нигде не бежит, не бежит. Здесь, здесь, здесь не бежит. Короче, значит, все нормально, все хорошо. Выезжаем, едем грузиться. Это видюхи уже следующего рейса. Так что все, всем пока, до следующих видео.